сценарий вот так же в виде гаражный рок, если происходит. Вот. Гаражный подлинный, да, вот рок-н-ролл, как известно, ну, его предтечи 50-х годов был скифл, когда тоже использовались ящики с натянутыми струнами, да, стиральные доски. И очень мы, ну, мы рады, что... Просто дело в том, что эту музыку белая молодежь вначале не слушала, не слушала черная молодежь. Да. И белая к ней потянулась. Потом для нас вошли. Да, и нам очень, на самом деле, приятно, что вот у нас в составе есть такие люди, такие инструменты. И вот, правда, когда, ну, я говорю, ну, Макс Айбан, на самом деле, ну, мне просто посчастливилось быть друзьями. Ну, то есть быть в друзьях вот со всеми теми, кто здесь. Ну, и еще есть люди, но вот просто как-то получается так, что замечательные музыканты оказываются рядом, и вот мы с ними так зажигаем.